Мы посвящаем наши встречи. В Европе осень, теплые дожди, сезоны бархат знаменуются футболом. Бессмысленных ничьих уже не жди, накал высокой пробы валидола. 29 сентябрь, Тель-Авив. В прибрежных бильярдных эхо Киев, все совпадения позже выверит архив. Игра Макаби Тель-Авив, Динамо Киев. Большой футбол, уютный стадион, цвета совпали бело-голубые. Иврит и русский, гул переплетен. Слова слились, перемешались и поплыли над морем, небоскребами, над всей страной, еще не тронутой хамсином. А под трибуны древний иудей. Он помнит прежний вечер светло-синий. Такие сумерки бывают над Днепром, в канун осенних праздников великих. 29 сентябрь. В нем одно воскресли тысячи расстрелянных безликих. Их под конвоем, шедших по сердцу, туда, где так обыденно стреляли, он матери, сестренке и отцу глядел во след, толпой обтекая. Татарка, одноклассница его, в подъезд втащила руки из царапов. На матчах старта он себя переборол, ни разу в ту войну и не заплакав. Да и потом в отрядах Хаганы бывало всякое, и кто его осудит. А здесь он под трибуной, у стены, рыдал безудержно, и расступались люди. В динамовских футболках и шарфах, и в черно-желтой атрибутике Макаби. 29 сентябрь. На глазах всего Израиля приспущенные.